Всем привет! Сегодня хочу поделиться своим рецептом домашней аджики. Еще ее называют тещин язык. Овощи я заранее все помыла и почистила. Для этого рецепта нам понадобится 3 килограмма очищенных готовых кабачков, 1,5 килограмма помидор, 1,5 килограмма болгарского сладкого перца, 500 грамм лука, 500 грамм моркови, соль, сахар по вкусу. 1 стакан растительного масла, 200 грамм очищенного чеснока, 2 столовые ложки острого красного перца или 1 стручок перца чили. Давайте начнем готовить. Сейчас пропустим через мясорубку кабачки. Кабачки я все наши перекрутила, такое количество у меня получилось. Сейчас я наши кабачки отправлю в кастрюлю, в которой будет вариться наша аджика. Теперь прокрутим через мясорубку помидоры. Сейчас мы прокрутим наш болгарский перчик. Теперь прокрутим нашу морковь. Сюда же мы к морковке отправим наш лук. Теперь в отдельную чашу мы пропустим через мясорубку чеснок. Ну вот и все, все наши овощи прокручены через мясорубку. Я переложила в эту глубокую кастрюлю. Сейчас наливаем сюда стакан растительного масла. Все как следует перемешиваем и ставим на огонь варить примерно на 1 час. За 10-15 минут до готовности мы добавим сюда чеснок, соль, сахар и наш острый перец. Ставим варить. Ну вот, прошло 50 минут. Теперь мы можем нашу почти полуготовую аджику добавить чесночок наш заранее, который мы пропустили через мясорубку. Сахарный песок, соль и острый перец. Теперь все перемешаем и будем варить минут 10-15 до готовности. И такая вот очень вкусная аджика у нас получилась. Всем приятного аппетита! Есть, конечно, лучше ее охлажденной.